перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Мой эфир. Я жду своих подписчиков, давайте, народ. Сейчас я еще по традиции запущу это в группу, что у нас прямой эфир, чтобы народ оттуда тоже подвалил. Потому что в силу того, что я не веду Инстаграм, у меня, конечно, здесь народ реже узнает о каких-то новостях. Вот. Сори, у меня немножко, я немножко болею, у меня немножко севший голос. Так что я буду преодолевать сегодня это. Запрос на прямой эфир. Я, кстати, ни разу еще не проводил ни с кем прямой эфир. Может, сегодня с кем-нибудь замутим из тех, кто отправит эту тему. Так. Ох, ну народу уже просто дохуища сразу. Я очень рад этому. Все. Я отправил все в контакт, так что я готов общаться. Салют. Стены как в школе или в больнице где-то. Я дома у себя. К сожалению, если стены похожи на дом, на школу или больницу, значит мой дом – это место, где я получаю новые знания о жизни, и это место, куда я прихожу, чтобы вылечить свою душу. Поэтому это школа и больница. Йоу. Так. В общем, кто еще не посмотрел, вчера прошел долгожданный BPM против Гарри Топора. Его можно посмотреть по ссылке у меня в профиле, ну или на YouTube на канале Версуса. Вот. И сейчас мы тут с вами собрались, чтобы на эту тему поговорить. И да, привет-привет, всем салют. Так, я думал, он тебя отпиздеет. Но этого, к счастью, не произошло. Рики, спасибо за батл охуенный. Спасибо за поддержку. Спасибо. Я, кстати, в силу того, что я не батлился уже полтора года, я уже забыл, какое это, ну, ощущение, когда батл выходит и начинает, и сталкиваются две волны, ну, типа, те, кто топит за одного чувака, те, кто топит за другого, и те, кто, посмотрев батл, приняли ту иную сторону, и прям начинается гора такая негатива, типа, да он там того разъебал, он там, типа, кривлялся, а он тебя через свое что вел, и вот это все. Я так отвык от этого, погрузился в эту пучину негатива, и я такой, вау, это же Versus. Я так скучал по этому. Вот. Бля, капец, ты мощный, вынес топора. Спасибо большое всем, кто так считает. Спасибо большое еще раз за поддержку всем моим людям. Я вас обожаю, я уже 100 раз об этом говорил. И еще раз повторяюсь, если кто не слышал, я просто болею, поэтому у меня немножко севший голос, и я в нос говорю. Вот. Первый раунд у тебя был силен. Спасибо. Кстати, ну ладно, об этом чуть попозже. Рики, не хочешь похудеть, подкачаться? Я открою тебе секрет, чувак. Все жирные люди хотят похудеть и подкачаться. Но просто, знаешь, с одной стороны, похудеть и подкачаться, прокачать силу воли, стать человеком, который владеет своим телом. А с другой стороны, ебаный боксмастер из KFC, и ты понимаешь... Тут как бы выбор даже не стоит, по факту. Вы с топором базарили после батла? Мы с топором вчера списались в Телеграме. После батла в тот день мы либо просто не пересеклись, либо он уехал раньше, либо я... Короче, в общем, не, я вообще не видел его после батла в баре. Вот. Но не отрицаю, что он там был, просто... Так. Хули у вас со Славой и Транса в одно время? Пусть Слава подключается сюда. Напишите ему, чтобы он отправил мне запрос на прямой эфир. Вот. Боксмастер охуенный. Конечно, боксмастер охуенный. Мы же все понимаем, что боксмастер это не тот чувак, который охуенно на ринге дерется в перчатках, а вот этот вот лаваш с сочной курицей, с картошечкой. Блять. Так. Почему этот раз в Ростов не едешь? Ладно. Давайте сначала про батл, потом про тур, потому что у нас батл по горячим, ну тур тоже по горячим следам, но насчет батла, я так понимаю, больше вопросов будет. Блин, лагает? Чё лагает-то? Не могу понять. Так, в Киеве будешь когда-либо?
Я надеюсь, что буду. Но про тур чуть попозже. Биты намного хуже стали. Да, естественно, я с этим согласен. Объясняю ситуацию с битами. Вот это первый вопрос, который нужно задеть. Я изначально, конечно же, предложил читать под Игоря Иксвинера. Это тот чувак, который мне спродюсировал оба релиза моих, Five, Phantom 1 и кучу треков, Free Fall, Tutti Frutti, Новый Москва, вот это все. Но Топор отказался читать под него, потому что это мой битмейкер, и это как бы можно понять, это нормальная позиция, хотя как бы, Игорь же не мог написать биты, под которые только я бы смог зачитать. Ну, в общем, с этим никаких проблем. Но проблема с тем, что ресторатор потом уже поставил перед фактом меня, что мы читаем под биты диджея Тактикса, который мне, в принципе, мне не нравится, как диджей Тактикс пишет биты, я ничего не могу поделать, это, на мой вкус это так. И я, насколько понимаю, Тактиксу пришлось в тот день писать на несколько батлов, не в тот день, в то время писать сразу несколько батлов биты. И поэтому было, прямо дико сложно выбирать. Вот он прислал, и, не нравилось. Ни мне, ни Топору большинство не нравилось. Из того, что он прислал, мы выбрали 3 лучших бита. То есть, то, что они были лучшие из того, что он прислал, не значит, что они были хорошие. И мне, честно, искренне не нравится бит ни на какой из раундов. Но тут, опять же, без претензий к Тактиксу, это его вкус на биты, и он не должен совпадать своим. Но я вижу, что много кому тоже биты не понравились, и я понимаю, что, конечно, из-за этого батл просел в зрелищности. Вот, такие дела. С битами, к сожалению, я как мог пытался исправить ситуацию, просто так вот получилось. Ресторатор сказал, читайте под Тактикса, я как бы... С ресторатором спорить это себе дороже. Вот. Слава жрет йогурт какой-то. Приятного аппетита, Славе, передавайте. Вот. Так. Рики Гоу в Ташкент, пау-пау-пау. Так, с битами все ясно, короче. Биты на прошлый батл, на батл со Славой писал Игорь Иксвинер, поэтому они там были охуенные. На батл с Гарри, лично на мой вкус, нехорошие были биты. При этом, опять же, без дизреспекта к Тактиксу, это его, его вкус. Тут как бы вот. Так. Почему наушник в ухе был? Объясняю. Это вообще система ушного мониторинга, и это правильно. И, к сожалению, у нас не было такого на батле со Славой, и это было плохо. Но это тема, которая позволяет себя слышать напрямую в ушах. То есть зал-то слышит звук из микрофона и бит через колонки, а выступающим они даются напрямую в ухо, и так гораздо легче сливаться с музыкой, как-то выстраивать интонации, вот это все, чем слушать себя через колонки с задержкой, с небольшой, это неправильно. Вот, ушной мониторинг это круто, это классно, и вот. Так, когда клипы будут? Ну вот сейчас разгребли с Аркхемом историю, с батлом, и сейчас садимся писать следующий релиз, Flash Forward EP, анонсирую сейчас. Flash Forward EP, он выйдет в апреле, в мае, вот где-то так. Салют всем, кто ждет, это будет мой следующий релиз. Опять же, под продакшн полностью Иксвинера, звуком будет заниматься Хэвит, наша команда, вот я... Выезжаю в Москву сегодня, чтобы мы с ними уже садились на студию и занимались этим. Всем салют моим ребятам, салют Хэву, салют Иксвинеру, вы самые крутые. Вот. Так, ты выебал Топора. Спасибо. Что я могу сказать? Спасибо. Давай про Рамс с Топором. Так, я про это уже писал в Твиттере. Тут есть вещь, и мне нужно об этом сказать, потому что я уже написал об этом лично Топору, и мне нужно сказать об этом публично, потому что это публичный мой косяк, и мне нужно его признать тоже как бы на публику, потому что это правильно. Я был абсолютно конкретно неправ в один момент, и за это я извиняюсь и перед организацией батла, и перед Топором, и перед всеми слушателями, когда я начал говорить во время его раунда. Вот этот был момент, когда он меня обнял, и я в ответ, не сдержав эмоций, типа сказал ему, что там хули ты меня трогаешь. Вот это было неправильно, говорить во время раунда соперника нельзя ни при какой ситуации. Это моя реакция. По моему мнению, и касаться оппонента тоже ни в коем случае нельзя, и это правило батла, что нельзя прикасаться к оппоненту. То есть, я считаю, что Топор конкретно был неправ, когда он начал обнимать меня во время своего раунда. Я считаю, что любые физические касания это абсолютно неприемлемо на батле. Но тут он со мной не согласен, то есть тут мы не сошлись. Но в чем мы сошлись, это в том, что даже в ответ на это, даже учитывая, что, по моему мнению, он себя неправильно повел, я, конечно, не имел права говорить, потому что в ответ на нарушение правил, отвечать нарушением правил, это типа
Ну, не так это все должно работать. Вот. Так, второй вопрос, очень часто задаваемый, почему я себя вел как зазнайка и очень сильно ругался на топора. Ну, причиной этому, конечно же, послужила вот эта наша стычка в первом раунде. А вот претензии по этому поводу я категорически не принимаю. Ну, то есть, ребят, ну, не знаю, все, видимо, очень привыкли к очень дружелюбным батлам и все такое. Ну, что, ебать, он был такой агрессивный. Откуда столько неприязни к оппоненту на батле? Ну, может быть, потому что мы батлимся, может быть, потому что у нас накал страстей, у нас, типа, какая-то еще произошла стычка в первом раунде. Ребят, ну, я... То есть, мне как бы... Я понимаю, откуда берется вот эта неприязнь, потому что когда смотришь на человека, который себя так ЧСВшно чуть-чуть странновато ведет, это не очень приятно. Но, блядь, чуваки, это версус. То есть, да, во мне сидит мудак, во мне сидит внутри какой-то чувак, который, у которого действительно есть вот такая сторона внутри. И у всех бывает плохое настроение, хорошее настроение, светлая сторона, темная сторона. Вот моя темная сторона, она нашла выход на самом уместном для этого как бы месте и событии, на батле. Причиной этому послужила наша стычка в первом раунде. Опять же, повторюсь, единственное, в чем я был действительно неправ, и за это уже вот я принес извинения, за то, что я говорил во время чужого раунда, это было неправильно. Вот. Так. Ну, надеюсь, с этим разобрались. То есть, я знаю, что мои люди, которые... Ну, в основном же здесь мои слушатели и люди, которые меня поддерживают. Я знаю, что вы-то в основном понимаете, что я на самом деле... Не мудак, а местами даже иногда душевный парень. Но то, что во мне есть уебищная сторона, это тоже все в курсе, потому что я человек. И когда она находит выход в каких-то видео типа афиши, это, конечно, неправильно. А когда она находит выход агрессия на батле, пока я не понял, чего там плохого. Вот. Так. Мне интересен батл Галата и Мози. Батл Галата и Мози крутой. Я тоже жду, когда он выйдет. Так, а где был Хованский на батле? По-моему, Ховы вообще не было на батле. Ты добрый? Я не могу сказать, что я добрый. То есть, знаете, есть такой тип чуваков, с которыми всегда хочется познакомить своих друзей, которые всегда навеселе. Ну вот Хэв, например. Хэв всегда душа компании, он супер добрый чувак, всегда шутит отменно и все такое, и всегда ко всем дружелюбный. Вот есть такие, все знают таких этих, блядь, идеальных людей, которые, hey, yo, типа, ну, в общем, всегда могут со всеми найти общий язык. Я, к моему великому сожалению, не такой, и я не пытаюсь быть таким. Ну, то есть, я бы с радостью хотел быть дружелюбным, постоянно душевным чуваком, но я должен быть честен со всеми. Я не такой, и это правда. То есть, да, я не всегда тупой, злой мудак, но такая часть меня тоже существует. Вот. Планируешь продолжать батл? Да, планирую. Я бы, может быть, акапельно уже с кем-нибудь побатлился. Или тоже под биты, не знаю. Но, не знаю, не в ближайшие месяцы точно. Вот. Что ты просил зафиксировать до батла, интересно? А там на батл вошло, да, что я это... Но перед батлом топор просто стоял и говорил, типа, бля, как я тебя разъебу сейчас, ух ты нахуй, еще 5 лет. Я просто перед батлом сходил и сказал что-то, что я 5 лет этого ждал с 13 года. Он сказал, ты еще 5 лет отходить будешь. Я такой, зафиксируйте. Вот. Передай привет Лукашу, пожалуйста, привет Лукашу. Где Багира? Багира в Москве, я в Санкт-Петербурге. Вот. Фит с Альфом будет в ближайшее время не будет фитов с алфавитом. Ты чё, охуел, ты чего мой твит не лайкнул? Ну, я твиты вообще не лайкаю. Это просто, я просто в какой-то момент понял, что все, что уже ставят эти, мне нравятся, а у меня ни одного твита нет, который я поставил лайк в твиттере. Я решил, что если я начну в 2018 году этим заниматься, то будет тупо, что у меня будет 5-10 твитов за лайкинах. Я решил вообще забить и не разбираться в этом. Хотел бы батл с Окси, нет. Иди к Славику на стрим. Ну, блин, этот, он мне не прислал приглашение, насколько я понимаю. Нет, не вижу приглашения. Так. На батле снял очки, надел очки, снял куртку, надел куртку. Ну, блядь, спектакль с переодеваниями. Не, ну в смысле, я вроде, по-моему, просто перед 3-м раундом и очки снял, и куртку снял, и все, вроде так было. Огорчило, что такие MC жесткие, а батл на 10 минут. Но у нас было оговорено количество строк, вот, примерные тайминги, и, в принципе, я считаю, что по времени нормально все в батле.
Почему не хочешь на 4 ФБ, чтобы все-таки взять ФБ? Ну, потому что фрешблат, объясняю историю с фрешблатом. Два раза идти на фрешблат, во-первых, это странно само по себе, а во-вторых, это странно, потому что вот эта вот нервотрепка с батлом каждый месяц, ее невозможно вытерпеть два раза за жизнь. Я и тогда, вы помните, что я выдохся к концовке чуть-чуть. И ну, каждый месяц из себя выжимать текст про человека, про которого тебе, по сути, нехуй сказать, это не самая простая задача. И поэтому, в общем, отдавайте уважение тем ребятам, которые на фрешбладе будут на четвертом участвовать. Они этого заслуживают и, надеюсь, заслужат. Потому что это действительно жесткий очень темп жизни. Вот. А как тебе ебанутость топора? Ну, я, в общем, все, что я про топора думаю, я сказал уже на батле. То есть, типа, по сути, все моменты, которые я хотел обозначить, какие у меня были претензии, основные темы, которые, мне кажется, в нем стоило задеть, я их все задел. Не было такого, что я упустил что-то. Хотел пиздануть топора? Да нет. Ну вот тут как бы мне много очень написали, что ты ему не уебал. Ну, ребят, мы все-таки, блядь, не в этом, не в каменном веке живем, чтобы рукоприкладством решать вопросы. То есть меня, я как уже сказал, крайне выбесила вот эта вот хуйня с обнимашками во время раунда. Ненавижу эту хуйню, это неправильно, это не по правилам, так делать нельзя. Поэтому произошла стычка. И, собственно, это и было причиной того, что я дальше злился. И я, кстати, охуенно, ну, типа, доволен тем, что меня что-то подзадорило и разозлило, и как бы большую агрессию во мне разожгло. Как Мэй Вэйвс относится, что охуенно гениальная музыка, мне очень нравится. И мы с ним списывались, я ему уже писал, что очень круто. Вот, как батл драга и офишла, какой еще батл драга и офишла? Когда раунды свои выложишь под свои биты? Блять, ребят, я, если честно, задумался уже, что, возможно, этого не надо делать. Ну, пусть будет батл, как будет. У меня, если кто не в курсе, у меня есть записанные раунды под биты. Может быть, я их выложу попозже, может быть, я их не выложу вообще. Мне как-то, вот вчера меня так сильно опять мою душу задело, что так подпортилась зрелищность батла из-за битов. Но сейчас я уже не уверен, что реально стоит выкладывать. Да, я могу вам какой-нибудь один сейчас заценить, если вы хотите. Если вы выберете первый, второй или третий, у меня есть подбитые Игоря раунды записаны. Если хотите, я могу вам какой-нибудь заценить. Выберите, какой больше вам хочется, я его включу. Первый, второй или третий. Так. Так, второй. Что-то больше про второй пишут, третий. Ну, ща посмотрю, что будет превалировать. Первые два бита хорошие пишут. Ну, вот видите, тут как бы есть даже, ну, и таких много людей, которым понравились биты. Просто это вот на мой вкус не то совсем. Первый, третий, второй. Второй. Ну, все пишут про второй больше. Давайте я вам врублю. Вот. И может быть, потом, может, я какой-нибудь микстейп, потом сборку сделаю попозже из всего какого-нибудь невышедшего материала и туда закину. Что-то вот у меня просто пропал какой-то настрой это выкладывать. Вроде есть батл, на батле все охуенно. Ну, в плане, зачитал я нормально. Я доволен своим выступлением с битами. Ну, в общем, вот, все, короче, запизделся. Наказание, все знают развязку. В Петербурге с топором, и я готов рубить бабки. После батла я гуляю в охуительных штанах. В ушах тополиный пух, в руках топориный прах. Ты попросил Матвиенко заценить трек. На следующий день он предложил запретить рэп. На батле все степали, что ты фашик и немец. Гарри с лица, это выдумки ебаных евреев. Тупые негры мне подкинули тот белый колпак. Но ты выдал себя, ведь ты дебишь вот так. На фрешбладе был им все с ником сын проститутки. Ты можешь называть меня сын маминой подруги. Про тебя никто не знает, Гарри никому не нужен. Я называю тебя второй сын Куфа. В стиле с Букин машин, братка, погодь. Ты не нужен жиду, вот а ты крайняя плоть. Кричал, Брэм правит миром, ну и где твои люди? Я солью тебя тоже, зови меня Гена Буки.
Я твой кореш, что умирал. Несчастливы вместе, этот видос нас зовут Гарри Топор, до того, как стал известен. Едешь в Сони на последней гастроли, весь тут тур из городов, куда его не взяли сольно. Ведь всегда ты оставался в тени Тони, и просмотров 10 раз больше у Тони. Думал, тебе помогут батлы, да и Тони. Ведь сейчас Тони горит, а Гарри Тони. Ведь всегда ты оставался в тени Тони, и просмотров 10 раз больше у Тони. Думал, тебе помогут батлы, да и Тони. Сейчас то не горит, а горит, тонет. Раут. Ну вот, вот такая история. Может быть, когда-нибудь, может быть, даже на днях, я не знаю. Нужно еще подумать, короче, я сейчас не уверен в том, что нужно выкладывать. Вот. Как относишься к рекламе выборов 2018? Не разбираюсь в политике, ребят, вообще никак ни к чему к этому не отношусь. Давайте про политику постараемся не говорить, я... Все, решайте все сами. Идти, не идти на выборы, блядь, это дело каждого человека лично. И никто не вправе, блядь, за него думать на эту тему. Главное, прежде чем что-то делать, изучить это все. А лично, по-моему, информация насчет каких-то политических движений, она доступна, ну, нам процентов на 10. И, может быть, я какими-то, блядь, фильмами замылен. Но я не считаю, что я вправе высказывать, особенно на публику, какое-то свое мнение, учитывая тот факт, что я в этом хуево разбираюсь. Вот. Просто вышка выложу. Ребят, говорю, подумаю, если будет реально большое желание, у вас, да и у меня, я выложу. Так, как относишься к судейству на версии, справедливо ли оно? Ну, я уже рассказывал 100 раз в других трансляциях, можно на ютубе вбить реки F там о судействе. Вот. F это типа форафонов. Типа форафонов, да, братан. Вот. Так, почему биты медленные у тебя? Ну, биты, какие нам BPM выслали, мы те и выбирали. То есть тут какие дают. Там был 1.93, 1.120, 1.150. Так что вот такие были BPM. Как относишься к большому количеству рекламы на Версусе? Ну, хз, я проматываю просто ее. Не знаю, почему людям сложно понять, что Версус — это проект, который нужно монетизировать. Они работали несколько лет в ноль и в минус, и они заслуживают своих типа, денег и монетизации. Блять, ну не ебите мозг, промотайте, если вам не нравится реклама. Че сложного в этом? Есть же, ёпта, кнопка, вот прям. Открою секрет, на Ютубе есть ползунок такой, там можно бам-бам и найти просто начало раунда. Вот. Биты говно, батл тусклый. Зайди в ВК-агента. Кстати, насчет ВК, ребят, я не отвечал последние там пару недель, потому что готовился к выходу Аркхема и к батлу. Вот. Я после батла и сегодня отвечался, но я вообще стараюсь максимально отвечать в личке ВКонтакте там последние несколько месяцев. Но мне ВКонтакт очень часто пишет, что я слишком дохуя. Типа, у меня есть лимит какой-то на сообщение, поэтому если я кому-то не отвечаю там слишком долго, это значит, что у меня просто, ну, не хватает вот этого лимита, так я стараюсь отвечать. Можете писать в инсту, ой, блядь, ну да, в директ в инсту, я тут иногда тоже отвечаю. Вот. Как относишься к рауту? Раут по жизни, насколько я могу судить по там немногочисленным нашим с ним общениям, супер душевный и добрый чувак. Вот, рэп мне его не нравится. Но он мне нравится больше, чем рэп Топора. Чего такая злость к Топору? Ребят, я тут в начале уже этой трансляции все объяснил. Я постараюсь все сохранить. Опять же, все знают, что я могу сдолбоебить. Вот. Что не вошло в видеобаттл? Да все вошло. Типа там... Ну, не вошло, как я потом домой ехал, как я ужинал. Это не вошло. Почему Джуб плохо о тебе отозвался? Ну, это же трал. Смотрел 140 BPM, как? Кто тебе больше нравится всего из этой тусовки? Я смотрел. Мне больше всего нравится Гокила, Диктатор, Шум. Наверное, все. Ну и еще красивая у Вайпхантер, вот это была красивая история, что его там сначала срали, аутсайдерили, потом он выиграл Шума, но, в общем, ну вы знаете, кто смотрел, тот сам все знает, и фаворитов тоже все знают. Ты хотел бы побаттлиться с грязным Рамиресом? Он говорил, что я херенный, хотел с тобой побаттлиться. И, чувак, я звал 1.5 года Рамиреса побаттлиться. Я хотел, чтобы это был его первый баттл на Версусе, чтобы он влетел в маски на биты, чтобы мы устроили разъеб. Ну, теперь... Я не знаю, я, может быть, я не отказываюсь от этого, но как будто бы я просто уже побаттлился с Топором, и у меня просто сейчас запала баттлиться нет в ближайшее время. Вот, посмотрим. Так, как относишься к Кизару? Не буду комментировать, это я. Что за драка была? Да не было, блядь, никакой драки. Здравствуйте.
Так, ну что, еще, если про батл есть какие-то вопросы, я готов на них ответить, потом про тур быстренько скажу и пойду уже собираться на поезд. У меня через 1.5 часа поезд в Москву. F-фаворит, ей, спасибо большое. А, есть видос, где ты орешь хуй пизда. Это, кстати, гениальная хуйня. Топор, наверное, еще не знал. И, ну, если бы знал, мне кажется, он бы об этом зачитал, но это вот тот концерт в 12-м или даже, может, в 11-м году, когда мы выступали у них на разогреве с Колей Оксидом, это было вообще мое первое выступление в жизни. И да, мы действительно орали хуй пизда сцены, и мы еще тыкали вот так в зал факи и говорили, давайте нам тоже потыкать. Я не знаю, нам тогда это не было актом какой-то агрессии, просто нам казалось, что это типа охуенно весело. Вот. Топор что-то даже фотку выложил в Твиттер оттуда. Не знаю, вот эта вот хуйня после батла. Выкладывать фотки, в сторис отмечать геопозицию свою. Не знаю, как-то это забавно выглядит, если честно. Но я, если что, не против. Не против. Топору все, у меня больше нет претензий. Я все на батле сказал. Вот. Здравствуйте, Алекс Белов, MIPT. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, когда будешь батлить без битов? Ну, не прям в ближайшее время. А почему он что-то говорил, что ты не угадал его трек, когда ты его угадал? И хуй знает, почему он так сказал. Но это же батл. Никто не запрещает ему так сказать. Но я правда угадал. Пересмотрите видео афиш. Но это не важно. ЕГФ охуенно. А, Кчевстргу тоже охуенно. Ты четко прыгал там под его текст. Ну, старался сбросить чуть-чуть вес. А, какое возрастное ограничение? Так, почему сайт... Мне позвонил сейчас Транссапры, мне позвонил как раз тот упомянутый топором Исави Ефрим сейчас, потому что он решил, что не важно, что у меня трансляция. Будут треки до флешфорварда? Да, будут. Иди нах. Пойду, сейчас соберу сумку и пойду нах. Как относишься к реке? Ну, нормально отношусь, нормально. Вот, в Уфе увидимся. Йоу, Уфа, салют. Уфа, обожаю Уфу, охуенный город. Как кровать на битах относится? Я уже 100 раз говорил, ребят, вы поищите, пожалуйста. Просто люди, которые смотрят все трансляции, они, наверное, охуеют одно и то же слушать 17-й раз. Вот. Разъебал по фактам топора. Йоу, спасибо большое. Спасибо. Так, ну, короче, насчет батла. Мы выяснили, где я неправильно себя повел, я уже описал. Насчет агрессии я не согласен с тем, что это было неуместно. Насчет того, что базарить нельзя во время чужих раундов, это правда. Насчет того, что обниматься нельзя во время чужих раундов, это мое мнение, де-факто. Вот. Че еще? Ну, подбиты раунды, это я краткую сводку. Может быть, будут, может быть, не будут. Посмотрим, в общем, выложу или не выложу. Но не сегодня, точно уже не сегодня, ребят. Вот. Почему такие дешевые билеты на концерт? Ну, потому что мы для тех, кто рано покупает билеты, хотим сделать лучшие условия. Цена, конечно, будет повышаться. Вот. Текст за тобой, техника за топором. И это твое мнение, без проблем. Куртка как называется? А, кстати, вот, йоу, салют Steelback. Steelback — это тот чувак, ну, та фирма, которая одевала нас для клипа «Новая Москва» и для батла с топором, и для моих концертов в Москве и в Питере. Это охуенный чел, и это охуенный теквир, лучший в России 100%. Так что вот салют ему, это был Steelback, еще не вышедшая коллекция. Вот такой вот пиар народ для вас. Но это охуенная одежда, то есть я не стремаюсь попиарить что-то охуенное. В финале 40 BPM шум был лучше, очевидно. Вот. Так, че? Вечер в хату, часик в радость, эфир сладости. Фарту масти. О, блядь, нельзя. Я не знаю, как нужно это отвечать. Не знаю, ребят. Не справляюсь с этим. Вот. Что было за кадром после Версуса? Был следующий Версус. Драга против Муфаса был за кадром после Версуса. Вот. Треки Фараона охуенные. Так, все, давайте про тур. Если про батл закончились вопросы. Вот. Насчет тура. Говорю, сообщаю информацию. Мы объявили мой сольный тур, первый в этом году и первый за долгое время, потому что я, как уже говорил, я стараюсь не ездить слишком часто, потому что я начинаю чувствовать, что я нечестен с толпой, когда я слишком часто даю много концерты. Я уже приезжаю такой,
ну, на какие-то на последние концерты, типа, блин, поскорее бы. Это вообще неправильно, я хочу со своими людьми быть на одной волне, и это очень важно для меня. Вот, поэтому F1 тур, презентация альбома Phantom 1 и Flash Forward EP, который к тому моменту уже выйдет 100%. 21 сентября Владимир, 22 сентября Нижний Новгород, 23 сентября Казань, 25 сентября Пермь, 26 сентября Екатеринбург, мой родной, 28 Тюмень, 29 Челябинск. Три последних города, была плохая история с предыдущими концертами. Если кто-то еще не сдал билеты, по ним можно будет пройти на эти концерты, я лично это проконтролирую. Уфа 30 сентября, Уфа One Love, и Самара 2 октября. Это не полный список городов. Города еще будут пополняться. Следите за обновлениями в группе. Я еще выложу сегодня стори. Я вчера просто выложил стори с туром и забыл блядскую ссылку приложить. Ну, в общем, те, кто за мной следят, они знают, как я, ну, просто из-за рассеянности, из-за своей часто не оставляю эфиры, не прикладываю ссылки. Вот. Помню, видел тебя в Москве, но не стал доебывать, ибо ты хавал. Хавать — это мое любимое занятие. И респект за то, что не стал доебывать. Это очень... Очень я это уважаю, но, в принципе, я не против сфоткаться, если кто-то узнает, вообще не против, даже за. Я потом иду такой по улице, ебать, вот это я крутой, пойду по ЧСВшничаю где-нибудь. Вот. И самое главное, 23 ноября и 25 ноября большие концерты в Москве и в Санкт-Петербурге в клубах «Москва» и «Космонавт». Те, кто были в январе на концертах, вы знаете, что это разъеб, вы знаете, что и там будет еще круче, мы приготовим еще более крутое шоу. Я вас всех там жду, это будет просто охуенно. Еще раз, 23 ноября «Москва», клуб «Москва», не тот же, в котором был в мае концерт, уже они переехали, вот там чуть побольше места. Вот, и СПБ клуб «Космонавт». Годного Сип Кемерово. Народ, я, наверное, сделаю в инсте скоро фотку и запись с тем, чтобы вы написали, в какой город вы меня ждете больше, чтобы ребята, которые делают мой тур, посмотрели и добавили города в зависимости от этого. Вот. И большое спасибо всем, кто приходит на концерты и как-то поддерживает информацию о концерте в своем городе. Я уже неоднократно говорил, что, по сути, поддержка от вас, от моих людей, это самая жесткая мотивация и награда за то, что я делаю. Потому что, как бы я ни говорил, что это все ради денег и славы, и на самом деле это все не так. Уже зарезервировал билет, жду в МСК. Ебать, как я жду в МСК. Вот. Подключи кого-нибудь. Так, давайте про тур закончим, потом на минутку кого-нибудь подключу. Вот. Знаю одного чувака, который был в январе на концерте, он подпевал от души. Так, ты написал, как будто я должен был понять. А, это тот единственный, кто подпевал. На самом деле на концертах охуенно люди отдаются, я с ума схожу. Просто я так обожаю всех, кто приходит на концерты, это пиздец, ребят. Так, эфир сохрани. Я сохраню, если не проебусь. Так. Ты любишь кушать? Я люблю кушать, как и все нормальные люди, по моему мнению. Вот. Так. Ну, по туру ясно. Раунд я вам заценил. По батлу. Давайте, если еще какие-то есть вопросы, я готов на вопросов на 5-10 ответить. И мне уже реально пора сумку пиздец собирать, потому что я, как обычно, проебался. И, ну, в общем, вы поняли. Была на обоих сольниках МСК, был разъеб One Love. One Love. Сердечко. Сделайте сердечко. Я вам сделал одну половину, вы сделаете. Блядь, а как это делаю? Или вот так? Блядь, давайте вот так лучше. Как получилось, ребят? Как получилось? Я не очень хорош в этом. Как относится к Локи Мин? Охуенно. Мы с ним общались несколько раз в жизни. Он адекватный чел. Вот. Треков я не очень много слушал, но есть, которые мне понравились. Клип у него очень крутой, который «Королева». Вот. Гена, расскажи, сколько готовился к батлу? Да недолго, недолго. Ну, наверное, если считать, вот то, что у меня еще Arkham 5 выходил за несколько дней до проведения батла. Ну вот, чистого времени, наверное, неделю. Ну, как я и говорил, к BPM там долго готовиться. Не это. Готовиться месяцами для MC унизительно. Так, почему... Ты родился в ЕКБ, во сколько лет очутился в Москве? Я в 14 лет переехал в Москву, в школу-интернат. Я так сказал, как будто я сиротел в 14 лет. Я просто в школу при МГУ переехал. Вот. Ты на нормальный бит будешь ложить текст батла? Отмотай трансляцию, чувак. Я уже кое-что показывал тут такое. Так, как с Топором общаетесь? Нет, вчера после батла только списались, сошлись на том, что был хороший батл.
он мне высказал, в чем я был неправ в поведении, я ему высказал, в чем он был неправ в поведении, по-моему, и извинился за то, в чем я согласен в своей неправоте. Так, к MyWaves я уже говорил, как отношусь, к RBL, как относишься. Секторы PM охуенные, базару ноль вообще. Наигранная реакция, вот, опять же, я не согласен, но это, короче, уже понятно. Я уже говорю, поясни за Сунс, а хули за него пояснять? Сунс лучшая школа в истории человека за последние 1000 лет. Норм батл запилили некрасиво, это, блядь, ушел комментарий. Короче, я понял, что некрасиво, там, я себя вел, отмотай трансляцию, я тоже про это уже говорил. Вот. Гена, сделай грустное лицо, как на батле. Ну, я ж уже сделал, как на батле. Как к обладает относишься? Охуенно отношусь к обладает. Старых МЦ уважаешь? Ты нагрубил пожилому человеку. Ну, тех, которые охуенно все делают, уважаю. Тут как бы дело не в возрасте же, а в музыке и во вкладе. Вот. К ЛСП тоже охуенно отношусь. Он только некрасивый, а музыка охуенная. Вот. Жду фит с MyWaves. Почему бы и нет, если он захочет. Так. Ну что, еще, если будут какие-то вопросы, я с радостью и побегу уже. Вот. Как тебе клип обладает? Видеоряд охуенный просто. Зачитай что-нибудь пиздатое. Ну не, рэп-то не мое, чуваки. Я не готов читать что-то пиздатое. Кстати, Маркул. Маркул тоже душевный чувак и очень крутая музыка. И последний трек очень понравился. Атлантида, который. Так, YouTube прислал серебряную кнопку. Нет, YouTube пока не прислал. Но мне говорили, что долго нужно будет ждать. Ну, что поделать. Вот. Войну бесконечности пиздец как жду, нахуй. Жду больше, чем ждал свой батл с топором, клянусь. Когда в Улан-Удэ. В Улан-Удэ были в том году, ебать, в Улан-Удэ был просто охуенный концерт. Очень мне понравилась отдача. Если добавят в этот тур, я буду очень рад. Рики, брат, имбовый, ну ты явно выиграл, качка лысого. Спасибо большое, спасибо за поддержку. И всем еще раз спасибо за всякие эти голоса там в голосовалках, за комментарии, за вот эту всю тематику. Ну, я, кстати, рад, что я во всех голосовалках где-то. Но это, конечно, не важно, и это не показывает какую-то объективность, но то, что за меня голосует больше людей, это значит, что большему количеству людей понравилось мое выступление, я очень этому рад. Хоть я и не считаю, что это объективно значит, что я был лучше, но де-факто. Так, уже золотую надо, а ты серебро ждешь. Ну, у меня нет 1 000 000 подписчиков на YouTube, потому что я не YouTube-блогер все-таки. Вот. Так, что тут у нас еще? Давайте кого-нибудь я добавлю рандомно. Так, посмотрим. О, Витя, Айси, я добавлю Айси. Блять, я что-то не туда ткнул. Почему ожидание-то? Где? Айси, подключайся. Почему? Я сейчас подключу чувака. Йоу, салют, бро. Йоу. Это как тебе? Народ, это Витя Айси. Это старожил хип-хоп.ру. Это ветеран русского рэпа. Это самый первый дизайнер, с которым я работал в своей жизни. Он делал обложки к старым релизам, которые вы откапываете среди кучи говна и кидаете, чтобы я вас забанил. Йо, чё, как жить? Йо. Да ничего, на работе сейчас. На работе, ну вот, видите. Сейчас, да, на работе, в солнечном Лимассоле. Лимассоле, везёт тебе. Это Кипр, но я не знаю, видно вам или нет. Не, я знаю, что это Кипр, видно, да, охуенно. Нет, ты-то это знаешь, люди-то не знают. А, ну все, ребят. Вот. Я вне солнечном Санкт-Петербурге сейчас, но... Так, это еще подписывайтесь на Айси, Айси разъёб. Айси крутой. Да, подписывайтесь на меня, я вас всех люблю, твоих фанатов, и не только твоих фанатов, я вообще много кого люблю. Айси это тот, кто поддерживал всех русских рэперов до того, как они стали популярны, он лучше всех. Да, а потом они все меня бросают, зазнаются и больше со мной не общаются, как обычно. Ну, кто тебя добавлял, кто-нибудь в прямую трансляцию, кроме меня, нет? Витюша добавлял меня. Ну ладно. Я пытался играть на другую. Назарчик вроде добавлял, но давно. Давно. Вот. Это обладает Назар, вы поняли, да? Так, только биты говно были. Ну, сори, я уже говорил про биты. Как относишься к Bumble Bizzy? Хорошо отношусь. Когда-нибудь отвечаешь в ЛС? Ребят, я уже вот
сказал, что я, у меня уже лимита не хватает ВКонтакте, мне не дают больше сообщений от пароля, я очень много отвечаю. Вот. Ну, давай, спроси у меня, что... Когда в Москве будешь? Я буду в Москве через 5 часов. Я вот сейчас соберу сумку и побегу на вокзал и поеду в Москву. Вот. Все, ты когда жду будешь? Тебя через 5 часов в Москве. А, ты успеешь? Да не, я думал в апреле подъехать, если что. Ну ты набирай. Или пиши. Давай, спасибо. Все, давай, мне на самом деле пора уже сумку собирать. Все, давай. Я тебе сейчас... Ага, все, на связи. Йоу. Все, первый совместный эфир прошел. Как относишься к Трил Пил? Охуенно отношусь. Да, ребята, я к всем русским рэперам хорошо отношусь, кроме плохих русских рэперов. Что за куртка у тебя была на батле? Я отвечал чуть раньше. Так, все, народ, мне реально пора бежать. Нужно еще лекарство выпить и сумку собрать. Вот. Все. Блядь, я спалил, когда я приехал в Москву. Ну, кто подъедет на вокзал, подгоняйте. Я без 15:09 приеду в Москву, пофоткаемся с вами. Хули, я уже сказал все. Ну, я с радостью, кстати. Сегодня хороший день. Как ты учился в школе? Ну, до того, как переехал в школу при МГУ, охуенно учился. Потом стал ебано учиться. Потому что сложно учиться стал. У меня одна тройка в аттестате есть по физике. Вот. Hey, bro, you're the best. Hey, bro, Roman, cool man, you're the best too. Big up, you, Roman. Вот. Все. Давайте. Целую вас всех. Очень сильно люблю. Всем, кто понимает, что... Я долбоёб, и не сильно меня за это корит. Большой салют. Flash Forward EP, скоро F1 тур. Скоро. Ну, не очень скоро, но анонс уже есть. Все, давайте. На связи, ребят. Всем салют, всем респект. Топор, на связи.